Совсем скоро в Тольятти пройдет благотворительный марафон. Перед его началом необходимо хорошо подготовиться и размяться. Именно этим занимались герои нашего следующего сюжета. Отводим ногу назад, свободной рукой можно балансировать для равновесия. Необычная утренняя картина для офиса Сбербанка. Продуктивный рабочий день начинается с зарядки, уверены в компании. Небольшая разминка, а затем бег по кругу и упражнения на гибкость. Впечатление на самом деле самое позитивное. Мы зарядились энергией на весь день. Но я думаю, даже на следующую неделю. Побольше бы таких мероприятий. Вот в Сбербанке в основном, конечно, сидячая работа. И, кроме того, нам не хватает чего-то подвижного для принятия разных нестандартных решений. И вот эта зарядка нас сейчас очень взбодрила. У меня пришел почти весь отдел. Я надеюсь, это поможет нам сегодня не только продуктивно сработать, но и что-то предложить клиентам новое. Потому что не хватает нам порой новизны в жизни. Очень много положительных эмоций. Я очень рада. Такой заряд бодрости на весь день. Хотелось бы почаще такие мероприятия. Флешмоб – часть подготовки к зеленому марафону «Бегущие сердца». Он стартует 27 мая. Вместе с Тольятти дистанции от 4 до 21 километров побегут в 56 городах России. Только в прошлом году на забеге собрали 50 миллионов рублей на благотворительные цели. Сбербанк – основной участник и партнер этого мероприятия. Он инициатор этого мероприятия. И, соответственно, присоединяются все к нам, и клиенты наши, и те, кто неравнодушен спорт. Изначально, когда зарождался этот проект, в качестве дополнительного, скажем так, благотворительного стимула мы сажали деревья. Этот год не исключение. В Автозаводском районе, в Парке Победы, будет высажена аллея нашими сотрудниками, нашими силами. И, соответственно, каждый зеленый марафон должен ознаменоваться определенной посадкой деревьев. Поэтому слово «зеленый», собственно, и приурочено к этому празднику. Принять участие может каждый. В Тольятти марафон пройдет на лыжной базе в Автозаводском районе. Начало регистрации на забег в 9 часов утра.